иметь такое красивое окно и не засняться на нем. Боже, как же это красиво! Мне кажется, я сейчас начну видео какие-то снимать, типа такая, под свою песню. Знаете, о чем я сегодня хотела рассказать? Так это о том, насколько же порой странно сбывается желание. Многие, наверное, знают, многие не знают, я уже 150 раз говорила, как мои желания вообще сбываются, какие же в жизни мечты. Ну, конечно же, люди это не слышат и ничего не понимают, им проще меня обосрать, что я какая-то там не такая. Боже, как это красиво, как будто бы я просто в Нью-Йорке, девочки. И у меня есть такая схема, как я исполняю желания. И я несколько раз, всего лишь несколько раз написала, что я ночую в шикарных отелях. И знаете, что происходит? Мы уезжаем из Стамбула, прилетаем в следующую страну и приходим к апартаменту, который мы сняли. И там просто никого нет. И мы поняли, что нас заскамили. И как бы вроде я такая думаю, блин, что за дичь вообще, зачем, для чего это происходит? И вечером ты меня осенила. Я же сама писала, что я ночую в шикарных отелях. Вот, пожалуйста. Да, нас заскамили, мы пошли искать отели. И ближайший, вот трехзвездочный мы не нашли. И вот этот четырехзвездочный, и там вот еще где-то пятизвездочный, то есть такая улица. Это считается у них как бы лакшери отели, когда набираешь в этом городе отель. Ну, короче, есть такой сайт там, где типа лакшери отели, и вот мы в лакшери типа отели. И я сначала не поняла, а потом как поняла, что реально желание это сбылось. В общем-то, ребят, необычненько тогда. Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я подробнее рассказала о том, как мои желания сбываются. На этом было все, на этом была вся моя история. И всем пока-пока. Слушайте мои песни.